Приветствую всех из Новой Зеландии. Я стою, позади меня русское посольство в Веллингтоне. У нас сегодня праздник. Мы голосовали за поправки в Конституцию России. Мы, как патриоты России, считаем это большим и важным делом в нашей жизни. Но как патриоты Новой Зеландии, для нас это тоже невероятно важно. Мы уже здесь 30 лет, и мы хорошо понимаем, что только сильный, суверенной, державной России, приверженной традиционным ценностям, человеческая цивилизация на планете Земля имеет шанс быть.